Прокуратура Кировской области выявила десятки нарушений в школьных столовых региона. Руководителям предписано их срочно устранить. Причем география нарушений при организации питания детей обширна. Например, в ряде школ Белохолуницкого и Маломышского районов не оказалось нужного оборудования, либо оно было неисправно. В некоторых школах Арбашского, Афанасьевского, Богородского, Ветскополянского, Кумёнского, Оричевского и других районов не соблюдался температурный режим хранения продуктов питания. Есть вопросы и по санэпид-требованиям. Так, в школе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Вятских Полянах дети мыли руки холодной водой. В пищеблоке средней школы Оричи раковина для мытья рук вообще не была подключена к канализации. И так далее, что называется, по списку. Где-то кухонная посуда с дефектами, где-то ложек и вилок не хватало. Блюда не соответствовали нормам по калорийности, подавались холодными и прочее. Всего выявлено более 200 нарушений закона. Для их устранения внесено более 100 представлений с требованием о привлечении к ответственности лиц, которые допустили нарушение законов. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, 89 должностных лиц привлечены к ответственности. Часть внесенных актов прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.